Хатеп не знает пощады и уничтожит всех темных эльфов, которые посмели напасть на него. Я вас приветствую, друзья. Ну что же, давайте сейчас расшатаем всех этих мерзавцев. Захвачен морской регион. Кстати, красивая анимация вот эта. Такая симпотная. Так, восстанавливаю потери, давай, верховный жрец Хатеп. Пока так. У меня, конечно, есть еще в запасе несколько героев, которых можно нанять, которых можно кому-нибудь присоединить. Давайте сейчас посмотрим. Хапрос, у тебя, в принципе, один герой есть, тебе хватит пока что. А у тебя тоже есть герой. У Хатепа целых два. У тебя еще никого нету, да? Юлий Соломонович. Давай тебе тогда сейчас и возьмем. Призовем героя. Давай лича тебя призовем. Мастер церемоний. Подлость. Ну давай мастер церемоний. Тебе мастера церемоний, восполнение потерь сразу, заклятие, сопротивление, сам отряд союзник. Союзник на область было бы круче. Так, и дальше. Тебе уже наняли. На следующем ходу к тебе присоединяться. Тебе присоединяться. И тебе тоже нужно сейчас нанять героя. Давай тебе нанимаем лича. А, у меня уже ограничения, кстати. Даже ограничения у меня. А, ну, я могу, в принципе, тебе кого-нибудь вон из вот этих пацанов, да, нанять. Одного. Одного кого-нибудь могу. От скверны очищать. Мастер церемоний. Ну давай. Эти некротекторы, они на самом деле полезны ребятам. Их качать тоже надо. Так, ну а ты улучшаешь нам доход. Ты продолжаешь нам апать этот доходец. Строить мы ничего не можем. Дипломатия пока что бессильна. Все, что можно, мы уже торгуем. Рассветная крепость не хочет с нами. Эти ребятки тоже не хотят с нами торговать. К сожалению. А со скавинами у нас тоже плохие отношения, да? У нас со скавинами плохие отношения. Еще хуже. А может договоримся, а? Может, я объявлю войну? Последний бастион, мы не можем с тобой, да, пока что. Улучшаются отношения. Давай торговое соглашение, умеренное же. Ну, умеренное же, а. Ну, умеренное же. Ну, взял бы и согласился. Вот второй раз. Вот удивил бы меня хоть раз, а. Ну, давайте с Кавином попытаемся как-то объявить войну. И задружиться с эльфами. Кстати, одна цитадель-то с нами торгует нормально. Так, вот у нас с вами чуть получше отношения. А, давай мы вступим в войну. И торговое соглашение. Ага. А ты? Мы вступим в... Ага. А ты воюешь только с этими скавинами. С которыми я уже и так воюю. Ну ладно. Так, значит так. Давай. Кстати, что, оповещение должно ж... Я думал, оно будет как раз на вот сюда работать. Печально. Оно не будет давать оповещение только о том, что он повысился, получил какую-нибудь шушеру, да?
Ну и Маздамунди плывет домой. Кстати, тут черепушка. Можно, учитывая, что... Так, ух ты, сейчас Маликит начал ритуал. Сейчас туда будут стекаться. Можно под шумок будет, конечно, с ним повоевать. Но нон-стоп нет. Нет. Нам сейчас нужно перегруппироваться. Мы и так хатепу бомжей нанимаем. Нужно нормальных бойцов ему взять. Не эту шушару. Достойных, серьезных, да. Ну и последователи Нагаши, конечно, тут нагибают. Нагибают все, что движется. На самом деле лучше будет отправить вот сюда к гномам стек за книгой, чем... Ага, ты сюда все-таки решил напасть. Хауситы меня эти не пугают, они с нами не воюют. Это хорошо, что когда проводят, да, вихрь... Обряды хауситы не трогают. Так, а здесь хауситы — это восстанцы, повстанцы. Придется их лично разбивать. В нас не верят, но я тут верю в победу. У нас лучники затащат. В крайнем случае у нас есть кавалерия хорошая. У нас есть один отряд, который сможет на стене как минимум задержать хотя бы воинов хаоса. Эти мы их расстреляем. Тут реально вот эти три отряда только угрозу представляют. К сожалению, у меня нету героя, который мог бы дамажить, поэтому вся надежда только на лучников, исключительно только на лучников. Так, всех снимаем. Так, два лучника только. Давайте здесь поставим. Один лучник станет здесь, один лучник станет здесь. Так, ты становишься вот здесь. Ты становишься вот здесь. Эти парни просто перекрывают проходы, чтобы лучники, если что, могли обстреливать. Ты на всякий случай просто вот здесь вышку активируешь. Ну а ты, не знаю, на всякий случай вот здесь станешь. Все, в городе темных эльфов. Вот смотрите, тут такое городишко, кстати. Я такого не припомню. Еще мне не приходилось сражаться, чтобы у нас за спиной была такая вот гавань. По краям гавани. И здесь гавань. Такой городишко рыболовов. Ну что, поехали. А можно, конечно, сейчас попытаться снести вышки. Хотя не получится. Не снесем. Вышки не снесем. Вышки не снесем. Кавалерия, давай вот сюда. Так, ну хорошо, что он доспехи только отнимает. У отряда, у которого вообще 10 доспехов и так. Мы особо и не рассчитывали. Так, давай чуть отходишь. Мне нужно так, чтобы в тыл заходили неплохо лучники. Здесь есть вот эта плюшка. Наверное, сейчас ей стоит воспользоваться. Сейчас ей стоит воспользоваться. Так, ну и эти, конечно же, сейчас будут уничтожены, ребята. Эти добиты, эти уничтожены. Кавалерия выходит. Так, открывается. Выйдите вот сюда. Вы этих воинов хаоса сдерживаете. У вас задача просто их сдержать, ребят. Никакого героизма. Никакого героизма, ни в коем случае. Вы просто их пытаетесь сдержать.
Так, все, этих-то опрокинули. Этих опрокинем. Лучники, вы начинаете стрелять сюда. Мои пока держатся. Блин! А нет, нормально, маг. Сюда пошел. Хотя нет. Вам нужно зацепить его. А может он спустится? Может он спуститься решил? Да, он решил спуститься, отлично. То, что он решил спуститься, это хорошо. Кстати, вот здесь вот так вот надо сделать. Вы начинаете стрелять вот сюда. А вы вот сюда. И все будет хорошо. Ага, ты площадь пошел захватывать, пацан. Я, конечно, все понимаю. Но мне кажется, это все-таки наглость. Он пошел в наглую захватывать мою площадь. Так, давай встречай их туда. Ну что, здесь вроде бы неплохо заходят ребятки. Вас на самом деле можно спустить даже. Вы сейчас снизу будете обстреливать лучше. Так, этот отряд... Что ж ты делаешь-то, а? Давай, поднимайся на стены. Прикрывай. Ты не давай просто захватить. Не давай захватывать площадь. Блин, они спускаются. Уходить. Уходим. Уходим. Кавалерия, возвращайся. Я надеюсь, ты тоже на площадь побежишь. Так. Лучники, спускаемся. Все лучники, спускаемся. Да, отлично, он тоже на площадь бежит. У них сейчас цель одна. Просто площадь захватить. Причем этот отряд ему не даст захватить площадь нормально. Сейчас он пусть станет. Зайдет. У меня есть заряд стрел. Как раз по его душу. Они хорошо зайдут. Так, ребятки, давайте вы вот этих обстреляете сейчас. Все, отлично, я уже думал, вы не побежите. Я уже думал, вы смелость поймали. И я думал, вам уже смелость великий волшебник подарил. Так, вперед, ты сюда. Этих расстреливаем в тыл. Вы тоже идете сюда. Нам сейчас нужно героя затащить. Так, этого уничтожили. Давайте, лучнички, сюда. Здесь залп. Чуть архитектуру себе ломаем, но ничего страшного. Победа близка. Остался один герой. Так, тролли вернулись, что ли? А, нет. Тролли не вернулись. Тролли больше не вернутся. Все, он тоже бежит на самом деле. Даже лучники не успели по нему залп сделать.
Ну, хотя бы в море они не отступают. Ладно, там сквозь стены не ходят. Хотя бы вон море. Вот тут у них, похоже, путь к отступлению, да? Ребятки, признайтесь. Куда вы отступать собрались? Я сомневаюсь, что вы из города хотите уйти. Хотя двигаются правильно. Действительно из города как будто хотят. Им ворота сейчас откроют. Бегите, типа. Бегите. Мы вам ворота откроем. Мы для вас все сделаем. Все, что захотите. Ладно. Незначительная победа, главная победа. Здесь без проблем, как я говорил, мы отбимся. Отобьемся. Отбились. Бьемся. Бим-бим. Так, давайте возьмем канопы. Канопы лишними не будут. Действия вражеских героев. Пакости тут решили мне делать. Напакостили, да, ребятки? Кстати, тут не особо верят, да, в нашу победу. Ну, давайте попробуем. А ну-ка. Слил двух лучников, мерзавец. Я надеялся, ты вот этих двух сольешь. Или трех, даже всех троих мог бы сливать. Даже вот этих. Даже элиту мог бы сливать. А, не особо, конечно, он все равно верит. Вот прям в элиту при авторасчете. Поселение в осаде, династия исследована. Мудрость, мудрость королей. Так, давай. Бонусы сразу все изучим. Наперед. Райс, райс. Так, что тебе? Давай, жнец также. Так же жнеца тебя пока. Лучников два хода ждать, если тебе восполнять. Но лучники тебе понадобятся на самом деле. Так, вот тут армия есть. Мне кажется, тебе лучше в ледяной шпиль идти. А, давай, ладно, нанимай двух лучников. Потерплю. Хотя она занята, да, ячейки. Найма, я смотрю. Вот вами занята. Так, ты давай, иди вот сюда. У него полный стек на самом деле. Пик. Здесь не особо большую армию имеет. Так-то у него шансы есть. Если он на этом ходу пойдет на штурм, у него есть все шансы взять мой город. Прям все шансы есть. Вместе с царем. Вместе с потрохами его. Так, здесь идем. Верховный жрец Хатеп. Азар. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте плюшку, наверное, возьмем, потом пойдем в вот этот пик. Плюшка. 3000. Возвращайся сюда. До города мы, конечно, не дотягиваемся уже, но ничего страшного. Кто-то скажет, что можно было ее потом собрать. Можно было. Все можно было. Все можно. Так. Мне еще квестовые битвы играть. А вы, Скавины, меня отвлекаете только. Поэтому лучше не лезьте. Так, ну ты стой. Ты, блин, в армию ты уже никак. И блокаду армии тоже толку от тебя. Бабки только потеряем. Только бабки потеряем. А, Ратих. Давай. Плыви вот сюда. Так-то на самом деле они тоже не захотят торговать с нами. Ну, мы-то это знаем. Ну, просто посмотрим.
как там делишки вообще обстоят. Так, ты присоединяйся, надо было тебя сразу присоединить. Забыл я про тебя, мой друг. Ты как раз помог потери восполнить. Так, здесь пока что регион не трогаем. Здесь давайте на порядок сразу построим. Здесь берег, наверное, не будем трогать. Здесь поляна. 5000 давайте пока не будем сюда вкладывать. Здесь порядок есть, здесь все хорошо. Стены дополнительные. Чародейская стрела. Здесь тоже пока ничего не будем трогать. Здесь можно-то улучшить. И здесь, в железном шипе. Хотя нет такой необходимости сейчас прям стены тут обязательно построить. Но они не настолько дорогие. Давайте стены тут построим все-таки. А здесь улучшим тогда город. Вот здесь давайте. 4000 за то, что тут не особо благоприятный климат. К сожалению. Ну ладно. Так, вроде бы все походили. Ждем, чтобы наши ребятки вот здесь продержались еще один ход. И тогда нападем. Так, а кстати, вам-то я сейчас найму все равно двоих. Че там-то, пока они не нанимают. Выточу, восполнить потери хотя бы. Вы-то можете себе позволить. Да, Хексуаталь уплывает, у него там война со змеюками. У него там накалились отношения. Нагор он тут героями. Давайте, все. Уйдите, герои. Последователи Нагаша, Сафери. Ага, я испугался, что там он штурмует. Смотрю, шансы есть. Значит, ты нападаешь, да? Ну, не знаю, особо... Я не верю в победу здесь. Он, понятное дело, испугался моей армии, что я сейчас с тыла к нему подойду и поступлю нехорошо с его тылом. Но... А здесь город могу сейчас слить. Могу слить этот город. Так, у него и здесь отряды, да, собираются? Типа, идти. Типа, кстати, он не на ворота идет. Просто на одни. Молодец. Молодец. Но здесь он никто, вон, никто не полезет на стены. Хотя у него, может, тут отряд спрятался. У него сколько там было копейщиков? У него, по-моему, 2 арбалетчика было. Здесь сейчас один. Или один у него был. Ладно, не суть важно. А здесь темных панцирей на самом деле можно будет попытаться, если сейчас он сюда поведет войска. А поэтому я предлагаю, допустим, копейщиков оставить одних здесь. Одни копейщики перекроют дверь, если он сейчас все-таки сломает ворота. А эти парни останутся вот здесь, допустим. Они вот эти вышки, да, вот так вот, да, активируют. Этот активирует эту вышку. Один лучник станет вот здесь. Даже. Ты вот так вот. Один лучник становится вот здесь. А на всякий пожарный. Давай, ты даже вот так вот активируй. Здесь лучник... активирует вот так вот вышечку. Кстати, ты можешь активировать и вот так вот. Все три. Ты можешь активировать все три. Кавалерию подводим вот сюда. Пытаемся его арбалетчиков снести. Копейщиков можно пока что вот сюда поставить. Пусть они лучше вышку активируют. Все, поехали. Давай, вышечка. Работай.
Тут кто-то есть, похоже. Все-таки здесь он и герой. Вышка, давай сюда. Так, а давайте вы снизу. На самом деле вы тоже даже лучше так заходите. Так, эта вышка не нужна уже? Не, пока стреляет. Пока чуть по чуть наносит урон. Но копейщики, уже спускайтесь. Так, там кавалерия. Пофигу на нее. Все, тут лестницы полезли. Кстати, ух ты, елки-палки. Эти ребятки полезли тоже. Они не стали обстреливать. Это плохо. Так, этот бросает сюда свою кавалерию. А мы сейчас вот здесь попытаемся темных панцирей зайти. Давай, давай, давай. Надо шатать их. Надо их уничтожить. Темных панцирей, заходи. Да ладно, ты еще и не хочешь заходить в них. Но в Вархаммере вот это не работано. В Первом Риме даже заходили. При таком раскладе. При таком раскладе в первом варх... Точнее, в Первом Риме можно было атаковать, кто лезет на стены. А здесь нельзя. Так, и учитывая, что у него... там с щитами парни. Я так думаю... Стрелы у меня сейчас скоро закончатся. Но здесь я удержу. Наверное, шансов нет у него совсем. Вот здесь. Сейчас будет сложно все. Да уничтожьте вы одного этого парня, а. Расстреливаем. Так, кавалерия, иди сюда. Лучники, начинайте бежать вот сюда. Так, ребятки, вы сюда. Давайте, давайте, давайте. Стреляйте там в мясо. Здесь сейчас кавалерия ударит еще с тыла. Там мои уже распадаются. Все, эти бегут. Расстреливайте следующих. Кавалерия, бей в тыл. Там копья, я понимаю. Но с тыла. Должно же им достаться. Так, отступи. Пока бонус. Я тебе предлагаю отступить. Пока идет бонус, просто отступи. Можешь вот этими темными садниками заняться. Так, сейчас главное, чтобы эти сбежали. Чтобы эти точно сбежали. Так, отлично, у нас пошла лечилочка. Эти на грани сбежать. Давай, 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 беги, 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 не думай возвращаться. Отлично, они сбежали. Все, отлично. Давай по полководцу. И ты по полководцу.
Сейчас бонус у них закончится. У меня площадь кто-то захватывает, кстати. Так, между прочим, да? Давай, кавалерия, наверное, вернешься. Займешься площадью. Сейчас будет обидно. Сделать практически все. Давайте, полководца, гасите, лучники. Единственный шанс, наверное, это загасить его еще сейчас. Это только... Блин, ну не через эти ворота, братан. Так, те копейщики сейчас распадутся. Площадь он занял. Похоже, хана мне. Так, площадь возвращай, пока они бегут. Так, военачальник стоит, вроде бездействует. Не знаю, с чем это связано, но меня такой вариант устраивает. Кавалерия. Блин, ну тебе отступать нельзя. Тебе нужно захватить площадь. А я, похоже, проиграл из-за того, что площадь потерял опять. Четыре каких-то дранных копейщика захватят город. Тут можно было бы и героя. Сейчас мне бы хватило Пушепти призвать, да. Я проиграю просто потому, что опять захватили площадь. Несчастные отступающие в город отряды. Вот такая печальная новость. А так-то на самом деле можно было сейчас этих перебить. Я бы зашел бы с тылом. Копейщиков мы бы перебили, а лорд бы, скорее всего, сбежал бы. Мне бы хватило. Да, опять вот эти вот четыре бойца, которые мерзавцы прошли городу и захватили незаметно столицу. Но опять же, вот бегущие отступают в город. Вот то, что я не могу атаковать те, кто уже лезут на стену, ну это неправильно, вообще неправильно. Вот это основные минусы, да, Вархаммер. Во-первых, ну и последних серий, да. Последних серий, кстати, еще атаковать там на лестницах можно было. Но вот касаемо всех игр, передавать города нельзя. Продавать города нельзя. Подкупать города нельзя. Вот в Вархаммере нападать на тех, кто штурмует лестницы. Отряды отступают почему-то в город, а не из города. Ворота им открываются автоматически. И, кстати, клан Морс конфедератит Риктус. Ребятки прогнулись. Ох, синие змеюки. Сплошной вах там. Так, задание получено. Исследуйте технологию династии. Ну, сейчас это мы сделаем на следующий ход. Давай, этих добивай. Бери канопы. Тут все равно за такой маленький отряд дают их 30-ку. А, так. Получается, мы с вами не воюем, типа, да? Мы с вами, типа, не воюем. Ну что, придется воевать, ребятки. Как бы вариантов не так уж много. Придется воевать. Скавины. Клан Морс. Мы с вами не воюем. А вот как раз рассветная крепость. Давай поговорим. Рассветная крепость. Вот мне будет выгодно. Так, рассветная крепость. Рассветная крепость. Мы вступим в войну с кланом Морс. И умеренная, ну как так? Ну скажи мне. Вступить в войну, клан Морс.
и дадим тебе чуть денег. Не хотят. Вот мерзавцы, а. А давайте мы просто вступим в войну. И бабосы у вас попросим. Сколько бабосов дадите? Давай 6 сотен хотя бы. Отлично, хотя бы 6 сотен вытянули из тебя. Там может отношения сейчас улучшатся и на торговлю согласишься сам. Сам согласишься на торговлю. Так. Больше никто не идет. Ну окей, ладно. Никто больше не хочет. А, лорд не перемещался. Вот он, первый лорд возвращает очередной город. Чертог, верни. Оккупировать. Из плюсов только то, что канопы. Ведьмин чертог, блин, мерзавцы. Теперь мне заново застраивать придется. Тут порядок. Можно, почему вот это, открытые могилы бы, не, да? Еще не развить. Пусть открытые могилы строит он. Так, древний тиран. Здоровье, безумие, ритуальные обломки. Ну, давай вот бонусы на армию сейчас тебе будем кидать. Так, следующее. Царь. Блин, Хатеп теперь не первый. Неудобно. Ты нанимаешь, отлично. Хатеп здесь теперь нападает на пик. Отлично, у них еще и под... Или... А, это же после конфедерации он заново начинает набирать армии. Поэтому у него такой вот, получается, слив сейчас. А, поэтому надо скорее нападать на вот этот тоже город. Скорее, 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 скорее. Там, потому что стены будут. На следующий ход нужно шатнуть. Обязательно. Клан Риктус, тебя не спасет то, что ты спрятался за шкурки своих братьев. Так, следующий. Следующий друг. А ты можешь ее кого-нибудь легендарного нанять? Шкатулку. 5000. Можно на самом деле шкатулку эту взять? А если просто подойти? Давайте вот мы не будем нападать. Просто подойдем к нему. Мы просто стоим. Мы просто стоим. Не обращайте на нас внимания. А можем нанять вот лучников лучше. Троих лучников. Просто стоим. Мы просто стоим. Вы там осаждайте, осаждайте, осаждайте. Мы вам не мешаем, ребятки. Ни в коем случае не мешаем. А по идее подкрепление должно подойти, если он решит напасть сюда. По идее, должно. Так, Афох, ты стоишь. Ты наша язвочка. Получается, на самом деле, давай присоединишься вот сюда. Всякое может случиться сейчас. Всякое может случиться. А герой один не помешает. Герой один, если что, потом перейдешь. Так, давай посмотрим просто на их остров. Мы посмотрим на их остров. Паучья равнина. Угу. Черный берег. Наковальня мы это сносить будем. Это я давно говорил. Ну давай в паучьих вот здесь. За 4000 строй. А, восстание неизбежно. Кстати, вот здесь, да, это плохо.
Сейчас где-то здесь. Хорошо, если вот здесь сейчас восстание появится. Если оно все-таки будет. Ну, даже если сейчас там что-то где-то восстанет. А, блин, скавины там восстают, мерзавцы. Ничем. Мы захватим сейчас центральный город, а потом уже, даже если скавины возьмут, займемся там. Ты что, тоже мне войну решил объявить? Да что ж ты... Вы что, издеваетесь, ребята? И он сразу идет в атаку, смотрите. Причем с хорошей такой армией. Он как бы... Не стесняется, что там у него хауситы висят на хвосте. Блин, не дают мне, похоже, квестовые битвы добить. Не дадут. Ну ничего. Придется сливать. При этом он просто разграбил его. То, что он его разграбил, это даже хорошо. Значит, он дальше сейчас идти пока что не планирует. Вот только я не помню, где я начал строить свои убер-супер казармы. Главное, чтобы это не это как раз поселение было. Обидно будет просто. Здесь эти деньги нам просто так не дают. Черепушки не считаются. То, что мы подбираем черепушки, не считается. Канопы, избыток, война объявлена, Нагоронт объявил мне войну. Так, отлично. Значит, мы идем вот сюда. Здесь тоже они как раз не успели восстановить гарнизон, и я этот регион быстренько забираю. А эта провинция захвачена, здесь я предлагаю скверну и порядок, да, активно чистить. Чистим карму. А здесь давай стены. А можно, кстати, у Шепти сразу. Третий уровень поселения, почему бы и нет. Давай у Шепти. И у Шепти. Бою, небоевые потери. Опыт для новых у Шепти, армия лорда. Это мы тебя потом докачаем. Это я тебе организую, братец. Давай вот так вот. Вихрь тебе еще один. Еще один вихрь. Ловушка. Ужасающий вид. Давай лучше тебе дисциплину прокачаем. Царь Хопрос. Осаждай вот этих. Блин, тут придется лично сражаться. Он не особо верит, похоже. Можно на самом деле рискнуть, да? Здесь армия такая, бомжи. Я ее восстановлю очень быстро. Можно рискнуть. По идее должен, но шанс больше, наверное, в нашу сторону, чем в его. Мы-то выиграем. Лично, если возглавим эту атаку. Мы-то выиграем. Ладно, давай пока продолжи осаду. Пока продолжи осаду. Ты. Давай, наверное, вот сюда пойдешь. В это ущелье. Захватишь и пойдешь вот сюда. Захватишь и пойдешь вот сюда. А именно там, похоже, я и начинал качать поселение второго левела. У него здесь целых две армии. И маленький, блин, тут. Может сюда сейчас пойти спокойненько. А этот отступил. То есть я и здесь нанял пацанов, и здесь нанял. Шикарно, зато, смотрите, по идее тут ограничение было, да? Но из-за того, что в осаде я не мог нанимать, я и тут нанял троих, и тут нанял шестерых. Вообще замечательно. И сейчас
в два просто смычка мы должны эту партию разыграть. Просто этот стек уничтожить. Но предлагаю это сделать уже в следующей серии. На сегодня все. К сожалению, Маликит не дал нам понаслаждаться немножко мирным временем, разыграть квесты, перебросить сюда Хатепа, разбить вот этого парня, да? Там заняться гномами в южных землях. Придется теперь еще и Маликита шатать. Ну, здесь-то мы его сейчас активно начнем шатать. Вот здесь чуть пострадать придется. Там укрепиться не успели, и армии рядом особо нет. Но мы сейчас можем на самом-то деле еще одну армию собрать. И еще одну армию. Но давайте сделаем это уже в следующей серии. Главное про это не забыть. До следующего видео. Всем добра.